себе спокойно жили и в теплоте грехов своих тучнее телом не тужили, что духа правды мало в них. Они среди общего недуга и развращения своего взаимно берегли друг друга, не выдавая никого. И мнило счастье дочь перловый там всех во мраке поражал, но к ним собрат явился новый и мирно жить им помешал. Душою честной, сердцем правым он возлюбил не мрак, но свет, не шел на сборище к лукавым и к нечестивым на совет. Он против зла восстал с уликой, ступясь за правду, за закон. Восстал и тем соблазн великий распространил повсюду он. И отшатнулся каждый житель тех мест нечистых от него. И все кричат: он возмутитель, связать, избить, распять его.